Утро, 4:30 утра, Стретинка. Сегодня ночью произошло непонятное. Видите, покуда вода. Это сегодня ночью ударила волна. Сейчас я покажу вам кое-что. Метра 3, наверное, точно, как она бахнула. Вчера здесь лежала плита 6-тонная. Ее нету. Все вырвало, унесло водой. Ударило волной. Трава вся, видите, как прибита. Дерево упало. Вот оно прям. А что произошло, сейчас покажу. Откуда волна. Три часа ночи, темно. Я проснулся от жуткого грохота. Вон там сопка. Получается. Блин, как бы здесь. Здесь вообще он подмыло. Как бы так заснять. Вон там сопка. Километр практически. Даже больше, наверное, сопки обвалилась ночью. С самой макушки. Вот как тут приблизить. Вот эта сопка вся ночью обвалилась. Вот такие вот дела. Волна была. Смыло все на берегу. Я когда ночью вышел, вот эти деревья, они просто, которые...